Друзья, мы пришли на рыбный рынок, и здесь вот такие интересные отделы есть. Смотрите, это сушеные лягушки. Смотрите, какие симпапулечки. Семена лотоса. И вообще, какой только хрени здесь нет. Это что такое? Это, скорее всего, водоросли какие-то или мох. В общем, это все используется в традиционной корейской медицине. Всякие ханяки из этого варятся. И это очень полезная такая штукенция вся. Если бы я не пила пиво, пила бы коньяки. Рыба всякая разная, сушеная, но не обольщайтесь, она вся сладкая. Мы идем на рыбный рынок. Скажи, он по величине он самый большой в Корее или в Азии, или в мире вообще? Какие у него регалии? В галактике. В галактике. Рынок считается самым большим в Корее, и не из-за конкретно отдельной постройки, да, а из-за того, что это огромная территория, с какими-то сопутствующими товарами, там удочки, например, да, сапоги резиновые. Это какие-то сушеные водоросли, опять же, лягушки, рыбки. Вот, то есть это также и переработка идет, то есть это и оптовая, и розничная. То есть это огромная территория, ну как-то практически так как город. Город в городе. Здесь вот, например, продают морепродукты, которые, ну, с собой условно, да, то есть здесь нельзя поесть. Купил и пошел. И есть также, пошел. Например, зоны, где вы можете выбрать. Поедим? А ты не любишь? Да? Я, да, лучшая рыба, ага, это колбаса. И ольмайо? Ману. Вот это вот местные устрицы, уже чищенные. Это из города Таньон на юге. Вот это вот все, я не знаю, сколько здесь с водой вместе. $8. Да, $8. Обалдеть. Кто любит вообще устрицы, это вот на юг Кореи надо приезжать. Короче, да, устрицы дешевле грязи. Да, дешевле мяса, дешевле курицы, дешевле всего. Монге, это называется асцидия. Ой, она писит. Да. Их разрезают, то есть это такая вот кожистая... не знаю, как панцирь кожистый такой, разрезают. Ты можешь не рассказать, потому что мы их ели уже 500 раз на камеру. Это просто наша самая любимая еда, поэтому мы это... Какая гадость, ты серьезно? Это же самый большой деликатес. Устрицы я могу есть, если мне приплачивать только буду. Приплачивать? Я не могу вообще прямо. Ну ты деревня, блин, ты что? Это же еда богов. Вот это вот осьминоги. Вау, какие они огромные. Привет! Давай пятюню. Это баллон, или по-русски морское ушко называется. Это самый дорогой деликатес. Да, деликатес. Выращивают его искусственно. Ну, вот такая вот ракушка, вот до такого размера ракушка, растет порядка 8-9 месяцев. Вот морские окуни, палтусы. А ты жареную не любишь тоже? О, это мое любимое, пиписечки. Вот пиписечки, да. Тетка злая, я бы взяла в руку, но она не любит. Подружки мои. Она спрашивает, вы же не будете покупать? Не буду, она знает. Мы бы купили, но Катя не любит. Нет, просто есть, которые дают там потрогать, посмотреть чего-то. А эта тетка, она меня знает, она знает, что мы не покупаем ее писек. И она вон говорит, что... А жареную я тебе это самое. А креветки жареные тоже не любишь? Ну, здесь жареных корейских креветок здесь нету. Поэтому, ну, смысл есть креветку, которая и в Африке креветка. То есть здесь, если, например, есть какую-то рыбу, то есть нужно есть там вот это. Ну да, сашими. Это палтусы вот этого, да, палтус, потому что да. Очень многие путают. Вот это палтус, а вот это камбала. Ага. Это разные рыбы, они обе плоские, морда на бок, но суть в том, что это разные. Цветом разные, размером, да? Это более ромбовидное. Слушай, эти крабы вообще на пауков, на тарантулов похожи, я такие первый раз вижу. Это местные крабики, кстати, корейские. Какие они? Вот каракатица. Каракатица? Угу. Боже, а ее тоже едят, что ли? Тоже едят. Я, правда, не знаю, как они едят. Видимо, сашими как-то ее там разрезают. Такого я не видела еще. Это креветка, это что-то другое. Это креветка, на Чеджу мы такие ели. Сказали, что только на Чеджу такие водятся. Мы последний раз вот были на Чеджу. Ой, смотри, он краба вытащил. Крабы все российские. Крабы камчатские. Сколько стоит? 여기 는 비싸요, 한국은. 한 마리가 키로에 지금 8만 원씩이에요. 8만 원씩. 1키로. 러시아는 엄청 싸잖아. 러시아는 안 팔아요. У нас все отправляют на экспорт. Нормально, ты пищу.
Ну да, там были они прям побольше, смачные такие, они такие вкусные. Да, мы их дома разделывали. Знаешь, сколько крови в нем? В одном. Там литр крови. Ужас. Ужас. А вот эти на гриле жареные раковины ты тоже не любишь? Я вообще равнодушна к морепродуктам. Вот это вот рыба фугу. Это фугу? Да. Блин, я хочу фугу попробовать. Только не надо так охать, да? То есть считается, что рыба фугу, она ядовитая. Но если она выращивается искусственно, там регулируется определенным питанием, и она не ядовитая. Ну вот так неинтересно, а то бы я бы попробовала. Ну правильно. Если бы это было рискованно. Короче, я разрушила все... Не говори, блин. Мифы и легенды. Слушай, ну нужно наоборот придумывать того, чего нет. Это к другим гидам. У меня только правда, понимаешь? Причем в Корее правда, она еще более интересна, чем придуманная. Когда начинаешь там... Ну все, Нора, пойдем, да. Пошли на улицу. Пойдем поедим чего-нибудь более. Вот такие вот ряды, друзья, есть и на улице. На улице мне больше вот почему-то нравится, чем в здании. На улице больше колорита, да. Но менее свежая рыба и запах. Запах, да, я не чувствую. Но ты рыбу там, не любишь, поэтому... Там пахнет морем, потому что там все живое в аквариумах. А здесь уже не совсем море. А, ну здесь вот она еще и сушится, видишь. Вот, друзья, есть жареная рыба, свежая рыба, тут же ее жарят. И у них, как правило, обеденный сет стоит около 10 тысяч вон. То есть это такой дешевый вариант. Не хочешь? Тетка зазывает. Здесь, кстати, тебе пиво нальют. Да, ты, ну, еще бы они не налили. Давай поедим. Давай пойдем в другой. Давай здесь жареную несколько. Поешь, а я сырую. Да. Все, будем? Оставляйте столбицы. Окей. Давай зайдем. Вау. Аньясио. Друзья, ну мы не удержались и решили зайти. На полу сядем? Вот так, друзья, выглядит меню. Здесь очень много блюд. Вот есть сашими. Угу. Если ты не будешь сашими, то я не буду. Я морских гадов себе закажу. Я не буду. Ассорти сашими. Из морских вот, гадов. Ассорти. Да, из да, морских да. Гадов. Угу. А ты жареное возьми что-нибудь. В первую очередь нам принесли какой-то супчик. Я первый раз такой вижу. И смотрите, сколько панчанов. Вау. Вообще рыба есть. Очень острый рыбный суп. Уха, короче, острая. Да. Принесли вот такую жареную рыбку. А что это за рыбка, непонятно. Это, по-моему, камбала какая-то вот с зубками. И теперь несут мою прелесть, мою радость. Та-дам. Так, Катя говорит, что это какая-то пусанская тема. Что именно? А, булки какие-то, да? Это не булки, это из рыбной муки. А, так это то, что я люблю. Короче, по-английски они это называют fish cake. Ага. На самом деле, какой это кейк, если это fish. Ну, значит, это делается из рыбы, и по-корейски это называется омук. Омук, ну да, я это... Удэнь, я это ем постоянно, ты не любишь это? Я могу, да. Но мы да. Так нажрали сейчас, что уже... Ну, это сейчас-то да. А вообще, смотрите, здесь огромный выбор, да, со всякими разными добавками, начинками. И с сосисками, и с чонбок. Это морское ушко. Короче, с кальмаром, и со свининой, смотрите. С картошкой. Короче, всякие-всякие разные. Вау. Слушай, я бы здесь прописалась вообще. Это фирменная пусанская тема. Они там почему они сделают 60... в Сеуле франчайзу? Обожаю эту тему. У них несколько заведений. Вы не представляете, это невероятно вкусно, друзья. Мы сейчас пойдем по улице, аналог Мёндонга в Сеуле, такая торговая улица. Там что, шмотки продают? И... Шмотки, еда, косметика. Косметика. Ну, короче, да, Мёндон пусанский. Все, что любят азиаты. И не только азиаты, ладно, уже теперь уже. Теперь уже все любят. Благодаря корейской волне. Бабушкины штаники. У тебя есть такие дома, хоть одни? О, слушай, они длинные-то какие. У нас таких ног-то нету длинных, как у бабушек корейских. Ты же раньше прикалывалась по ханбокам вот этим. Юбку носила, я помню. Я ношу, у меня носишь, есть, да? Вау. Это стилизованная одежда.
Ну да, она вроде как под хамбок, но она современная, да, такая? В современном варианте, сейчас это очень модно. Слушай, как тут шумно. Юбки с запахом, они же очень удобные, когда там жарко. Да-да-да. А выглядит они... То есть нет ощущения... Очень сильно выглядит. Нет ощущения, что я вышла к людям в кокошнике такая. Такая вышла. То есть я пока не скажу, что на мне стилизованный хамбок, никто... Никто не поймет, а потом это же натуральные ткани. Да, да. Летом не потеешь. Это дорого, я знаю. Да-да-да. Тут крабы. В общем, уличная еда, так же, как на Мендоне. О, это чьи-то руки же. Это же улица с Пусанским кинофестивалем. А-а-а. То есть это Аллея звезд. Аллея звезд. Я, правда... Так, здесь Чимин, есть Чимин. У меня все любят Чимина из моих подписчиков. Я не знаю, это из BTS какой-то парень. Не-не, это актеры, которые... Киноактеры. А, это киноактеры? Твою же. Не петь. Но... Играть. Здесь всякие звезды, причем есть и не только азиаты. Вот USA какой-то. А, да. Гарри. Так, ладно, не важно. Фиг знает. Кроме Анджелины Джоли никого не знаю. А как же Брэд Питт? А, ну муж ее, да. Только потому, что муж бывший. А как же Леонардо Ди Каприо? А, ну Титаник, да. Ну все, ладно. Ладно. Троих знаю. Но их здесь нету, это точно. Ну вот, не, остальные думаю, неинтересно. Анджелина Джоли, кстати, приезжала в Корею же. У нее же здесь учится сын. Да, да. В корейском университете в Сеуле где-то. Да. Начинается еда. Начинается еда и показывает на тапочке. Еда началась давно уже, я там крабов снимала. Ой, ну сколько народу, вот друзья, это вот, просто вот это капец. Вот фирменный хот-дог, вот эти пирожки, которые жареные в масле, внутри семечки, там ну да, всякие такие. Да. Это, кстати, а что очередь-то такая? Это маленькая очередь, обычная Обалдеть. Очередь. А нет, вон туда хвост заворачивается. Это, ну да, да. Какой-то супер-пупер фирменный. Можно подойти, посмотреть, как это, ну, пекут. Давай как посмотрим. А, ну вот начинка лежит, семечек. Ну вот бабушка эти булочки раздает, да? Да. Вот такая просто торговая улочка, друзья. Очень много маленьких магазинчиков косметики. Друзья, это вот такой бренд одежды, инди-бренд называется, который Кате очень нравится. Она говорит, что... Не, очень прикольная, мешковатая такая одежда. Я тоже такое люблю. Такие пастельные тона. Картофельный мешок. Да, можно кушать много, и никто не заметит. Катя, где мы находимся? Мы находимся в магазине самых крутых очков в Корее. В Корее или в Пусане? В Корее. В Корее вообще, в принципе? Это Gentle Monster. Gentle Monster называются здесь, друзья, самые, самые крутые очки продают. Пять пар очков на всю стенку. Я все померила, друзья, мне ни одни не идут, они какие-то все огромные, большие, но очень крутые. Ну, вот эти мне точно подойдут. Так, друзья, выключаю камеру, пошла мерить. Друзья, как думаете, на каком этаже мы сейчас находимся? Кажется. На первом? На втором? Просто парк? Здание? Мы находимся на 11 этаже. Спойлер. Друзья, мы приехали в буддийский храм, так как вчера был день рождения Будды. Здесь все украсили красивыми фонариками. Как, Катя, храм называется? Самгвансан. Самгвансан. На каждой ступеньке, друзья, написаны вот такие мантры. А что такое мантры?
коронавирус из Индии, коронавирус из Индии. Дай людям возможность летать на самолетах. Через 3 часа дойдешь до верха, и коронавирус кончится. Да здесь не только коронавирус кончится, я сама тут кончусь, пока до верха дойду. Слушай, ну вот это все прям новодел, да, эти лестницы? Все новодел. В Корее нужно понимать, что практически все буддийские храмы – это новодел. Угу. За очень там, редким исключением. Вот. И нужно смотреть не на дату постройки деревянного сооружения, а на то, насколько круто, тонко расписано. Ага. Там и так далее. То есть это и храм, и одновременно это школа буддизма. Ага. То есть одно из буддийских сект. В день, когда как раз день рождения, ага. То есть стоит очередь, вот думают головку. Пальчик. При этом что-то, наверное, приговаривают, да, еще? Молятся, да, то есть ножки. Ну, то есть вот Будда родился, и его надо помыть. Вот такая вот омовение. Цветочки живые, причем. Они живые? Живые цветы. Я только хотела сказать, что, блин, искусственный. А пахнет этими благовониями всякими. Да, наверное. Свечками. Ну, вот сейчас никого нету, а вчера здесь, наверное, стояла очередь, чтобы... Такие яркие. Прям вырви глаз, да, цвета такие? А крыши прям как будто старинные. Крыши. Крыши не старинные, крыши традиционного покроя просто. Мы сейчас зайдем вот в это здание. То есть здание выглядит как вот, ну, некое такое вот, ну, историческое здание. Снаружи. Мы сейчас туда внутрь зайдем, и там будет ДК имени Будды. То есть вот с этими аренами. Шоппинг-молл, да? Шоппинг-молл, да. Не, ну... Причем у них вот эти люстры, видимо, под заказ, и они во всех храмах вот их ордена, то есть нормальное, вот эти круглые. Да, нормальное освещение, мне да, то есть не свечами там, да, не благовониями, то есть нормальная подсветка, и вот это вот очень красиво. Вот там вот побольше размером, то есть, видимо, какой-то хрусталь, стекло, не знаю что. Вообще можно так снимать вообще? Нет. Ну, если очень хочется, то убегаем. Убегаем. Потому что когда люди молятся, их снимать как-то не камильфо. Короче, нам круто повезло. Мы попали как раз сейчас, когда начинают барабан барабанить. Класс. Сейчас пойдем, там на самом деле такой перформанс. Ну, короче, это не скучное направление буддизма. У них все время такие дискотеки под барабан происходят. О, не одни мы здесь блогеры, смотри, снаряжение у парня. Ну, это профессионально. Специальный кореец. На заказ, под заказ. Они приходят ночные фотографии делать. Ночью здесь красота вообще, наверное. Сначала он... Туза пошла, дискач. Да. То есть у них не так, не пафосно, медленно, у них все так нормально. Ага. Вот смотри, вот его вот здесь... А, здесь, значит, сначала они начинают вот в этот барабан, и потом он ниже спустится, будет вот в этот колокол звонить. Не, очень богатое убранство, конечно. Территория огромная. То есть они ни разу не скромные, то есть такие нормальные. Золото. Снимать нельзя? Кто сказал? Я уже сняла. Поздно. Реально дом культуры Будды. Дом культуры Будды. Все, все по-взрослому. Плазменные экраны вон висят. Да. Чтоб всем все видно. Чтобы не забывали, что вы в Корее находитесь. Посмотрите, чем стена оформлена. Можно подойти туда? Я никогда не видела. Смотрите, сколько маленьких. У них у всех разные позы. Ну, а там, посмотри на это отношение. Видишь, наверх видно, как сидели. А, кинотеатр, да? Часики там, все как положено. В любом ДК. Я видела, сколько ему еще там на сцене находить. Сейчас нас выгонят за богохульство. В святом месте находится. Слушай, ну это точно на YouTube выкладывать нельзя будет. Манго.
Манго что, настоящее? Серьезно? Представляешь, вот одно манго стоит сколько? 5000 вон примерно. Это же, ладно, это же не ваши корейские. Ладно, пошли, пошли, побежи как в магазин. Бездуховные личности. Циничный. Циничный, меркантильный. Люблю буддизм. Представляешь, ты бы пришла в какой-то христианский храм и начала тут ходить, что-то тыкать пальцами. Тебя бы обязательно какая-нибудь бабка со шваброй в платке бы. А еще хорошо, что нас не понимают корейцы, что мы говорим. А мы все прилично говорим. Стоимость манго, а это говорит о высокодуховности. Ты представляешь, какое-то дорогое подношение вообще. Да. Не какое-то там яблоко местное, а манго. Друзья, посмотрите ресторан. Здесь подают перловку и лапшу. И наверняка здесь безумно вкусно, потому что старые бабушки здесь готовят, и они, наверное, всю жизнь здесь готовят. Вы посмотрите на интерьер. Ты посмотри на возраст бабули. Ну, я и говорю, я думаю, она здесь еще девочкой работала. Да, еще девочкой работала, оно так и выглядит все. Ей лет 90. Там, наверное, сидишь, ешь эту куксу и молишься, чтобы на тебя эта крыша не упала. Ой, боже. Друзья, смотрите, это полицейский участок. Посмотрите, как он оформлен. Здание просто потрясающе. Классно, слушай. Друзья, мы приехали на пляж Кванали. Вот такая здесь красота. Уже вечереет, а мы идем в какой-то ресторан. Катя нас ведет. Куда? Расскажи, что за место? Злачное. Злачное. О, мне уже нравится. А этим кафе заведуют знакомые Кати, один итальянец и один кореец. Они нам самый козырный стол, потому что все будет происходить вот здесь. И, соответственно, смотри, какой вид прям на музыку. А что здесь будет происходить? Называем живая музыка. Вау, 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 вау. Я тебе сказала, место злачное. Немного стемнело, посмотрите, какой вид на пляж Кванали и на вот этот мост, по которому мы сегодня с Катей проехали. Просто потрясающе. Нам принесли комплимент в виде вот такой вот маленькой мимишной пиццочки. Оу, камсамида. Камсамида. Саша заказала вино. Это Саша, кстати, я не представила. Всем привет. Саша, чем ты занимаешься? На данный момент я занимаюсь тем, что я отдыхаю и пью вино. А вообще, в принципе? Занимаюсь фотографией. Все? И блогом по саду тоже занимаемся, в принципе. У тебя блог есть? Ну, мы вместе ведем. А, да. Настроим блоги. Да, настроим блоги. В Инстаграме? В Инстаграме ведем блог, он есть в Инстаграме, есть у нас веб-сайт свой, и на Фейсбуке у нас тоже есть страничка. Оставлю ссылку в описании, да. Подписывайтесь. Что за вино ты пьешь, расскажи? Сладкое, полусладкое? Нет, это сухое вино, итальянское. Душа монаха. Катя. Это итальянское вино, Вольтичелло Классико, и, ну, рейтинг у него очень хороший на Вивино, есть такое приложение для тех, кто любит пить вино. Можно отследить вино по рейтингу. То есть я перед тем, как его взять, сначала прочитала здесь на меню, посмотрела, что за вино, посмотрела рейтинг и поняла, что вот оно. Вот оно. Вкусная пицца? Очень. Это пицца с анчоусами. На самом деле, такое редко можно найти в Пусане. Чтобы так хорошо приготовили, вот это прям рекомендую. Надеюсь, что у них в меню это есть просто. Потому что повар из Италии. Из Рима. Из Рима. Вот, смотри, посмотри. Сюда смотреть. Это типа чиабатты, да, наверное? Чиабатты? Нам еще принесли, они друзья, здесь, комплимент здесь... еще принесли. Хлеб, собственно, ручной работы и с маслом оливковым, да? Хлеб солененький. Слушай, ну мы здесь сейчас наедимся. Пока наше блюдо принесут основное, мы уже здесь наедимся. И да, в основном это итальянская кухня, хлеб, и хлебом закусывают, и да. Хлеб и масло. Расти, попа. Приглядку на итальянца. Ну, приглядку на итальянца хочется вообще ничего не есть, похудеть и быть красивой, стройной. Они любят женщин в форме. Да ладно, серьезно? Да. Так, едим хлеб. Так, ладно, едим. Я пришла, моя еда попов, пришли мои баклажаны. С чем они там, я уже не помню. С пармезаном. А еще я могу сказать, что... Ну, пахнет это просто божественно. Корейские вкуснейшие баклажаны.
в Италии не всегда есть такие баклажаны. В Корее вообще овощи, овощи вкусные, они сладкие все. Да, да. Да, я всегда об этом говорю. Здесь даже лук вкусный. Сладкий-сладкий. Да. Друзья, ну все, сейчас буду пробовать. Я вообще не любитель европейской кухни, поэтому мне угодить будет очень сложно. Поэтому если я скажу, что это вкусно, это будет просто, ну, капец как вкусно. Друзья, Кате принесли курочку. И это какой-то окорочок. Ножки буш. Это много всякой... А, здесь вместе. Все вместе, да. А это? Что это? Оливки. Оливки? Привет. 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 Новые люди. Слушайте, какая музыка-то играет вообще. На все! На все! Катя одна трезвая у нас, она не радуется. Не факт, не факт. Не факт. Факт, я следила. Я тогда чихнула. Что, кокаин уже? Да, травка пошла в ход. Так, Катя, расскажи, куда мы идем? Самые лучшие бармены, самые лучшие напитки. Да. Короче, меня ведут какие-то пусанские дебри. Ты не едешь с местными. Я не уверена, что я выйду отсюда живой. Потому что выглядит это все очень угрожающе. Вот, стандарт. Ао. Вот, это все заведение. Вот тут шлак. Бармен австралиец. И что, здесь тупо пить? Нет, здесь бухают вообще. Пьют в другом месте. Ну давайте по стаканчику и в другое место пойдем. Да. Давайте. Есть один непредсказуемый напиток. Это пина колада. Какие свечи у них, кусочек, годами. Пиво есть? Пиво, да? Пиво есть, наверное. Здесь просто пиво есть. Друзья, куда я попала? Пусан. Пусан. Нет, ты попала в плохую компанию. Давно я не была в такой плохой компании. Есть корона, есть Гиннес и есть длинные девчонки. А, Катя, что у тебя? У меня прям сладко. У меня кусок льда. Реально просто кусок льда. Это самый дорогой напиток. Думаете, так? Как называется, ты скажешь? Думаешь, просто лед в квадрате заморозить? И вот за это и платишь. Как называется? Я бы просила сделать крепкий напиток с кампари. И что он сюда налил, кроме кампари, я не знаю. Он так долго, это компарировал тебе, компари твои. Два года назад он сделал хорошо. Так Сашенька там уже спокойненько так, в одного. У меня космополитан. Космополитан? С Ромом Личи. Пока вы там, говорит, на камеру что-то вещаете, я тут буду себе попивать. А у тебя так же, как у Саши? Я обычно заказываю то, что заказывают те, кто знает, что заказывают. Никогда не прогадываю, всегда в точку. Пришли с первых бар, вообще. Я заказала кусок. Я самая консервативная вообще, у меня корона и все. Потому что нет корейского пива нигде, у них в Пусане вообще одна корона. Очень хорошо. Прям очень хорошо? Пахнет какими-то ягодами, фруктами. Причем мне такое ощущение, что кампари я последний раз пила именно здесь 2 года назад. На ролик с наших вечерних посиделок нужно будет 18 ограничений поставить. Друзья, вышли мы из прошлого заведения, идем в какой-то атик. Все его здесь знают, но его найти очень сложно. Его найти практически невозможно. Это специально заведение, толстые сюда не проходят. Да, здесь дресс-код, нужно быть худым очень. Иначе вы сюда не зайдете. Реально. Нет, не дресс-код, а фейс-контроль. Это как мой телефон по ширине. Шопа-контроль. Ну что? Что вы думаете? Нет, здесь очень скучно. Давайте пойдем где немножко потусовее.
Вот, здесь посидеть, поговорить. Мы же кончится тем, что мы начнем орать и разговаривать. Да, 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 да. И всем будет не жаль. Нам нужно. Да. Это ведь чья-то квартирка была. Когда-то. Когда-то. Мне очень нравится здесь вот начинать. Ой. Начинать? Да, да. Но у нас сюда приходишь, сидишь. У нас сейчас можно сказать кончать, а не начинать. У нас уже настроение поплясать. Свет, настроение синий. Наплясать, ладно, давай там, где хоть немножко туса. Катя, что? Я тут вообще ни при чем. Посмотрите, друзья, куда меня приглашают. А там, кстати, написано, что закрыто. Разве нет? Там не написано, там что закрыто. Музыка, нет, поднимайся. Музыка, 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 музыка. Красная дорожка. Со мной на века. Куда вы меня привели? В очередной злачный. Пахнет попкорном. Вы что, в киноте? Закрыто. Нет, не может быть. Нет. Здесь? Да. Открывай дверь. Заходи. Команда.